вы целуетесь? Я не могу поверить, что Злата, моя подруга, беременна. У вас будет ребенок? Посмотрим. Я не хочу в это верить. Я тоже. Так что, получается, они вместе целуются? Папа, Артур? 3, 2, 1, 0, ты на канале Мисс Николь. Сегодня мы будем снимать для вас новое офигенное видео. Такого вы еще не видели на ютубе. Мы сейчас делаем такую бомбу. Сегодня у нас новый невероятный клевый топовый челлендж. Стойте, стойте, ребятки, я тут подумала, давайте сегодня без меня снимите. Да почему, Злата, что случилось? Ну, в общем, ничего, просто вот снимайте без меня. Ты что, ведешь себя как пуська? А, что? Ребят, а что случилось? Что со Златой? Да она с утра какая-то странная. Ладно, ребята, раз мы собрались здесь снимать, то давайте снимать. Да, конечно. Подстава так подстава. 3, 2, 1, 0, ты на канале Мисс Николь! Погодите, погодите, я тоже не могу сниматься. А ты-то чего? Что случилось? Не могу объяснять. Потом. Не, Артур! Ну они походу кукухой все поехали. Все куда-то уходят, все не могут сниматься. Что происходит? Сама не могу понять, что происходит. Видео походу не будет. Так, надо разобраться, они ведут себя очень странно. Давайте проследим, куда они пошли. Это очень хорошая идея. Что, полетели? Злата, ты чего ушла? Что происходит? Я не могу больше это скрывать. Они мои друзья. Но мы же договорились о том, что это наш с тобой секрет. Да, но так я не могу больше так жить. Об этом никто не должен узнать. Я понимаю, но как же Богдан, как же Николь? Они доверяют нам. Злата! Так, мы все слышали. Что вы от нас скрываете? Я не могу, я им сейчас расскажу все. Да сейчас, только попробуй, Злата, только попробуй. Что происходит? Я уже не... Что вообще вот это все значит? Артур, прости, не могу так долго скрывать, мне нужно рассказать. Злата, не смей. Так, я теперь вообще ничего не понимаю. Ладно, ничего, я не могу вам рассказать. Что ничего? Что это значит, а? Помогите. Ребят, ладно, извините, я, наверное, поеду домой. Ты ничего нам не хочешь рассказать? А? Мне нечего сказать, ребят, я тоже пойду домой. Да что ты? Куда? Куда, к Злате? Нет, к себе. Че они какие-то все сегодня странные? Но все-таки не понимаю, почему они от нас что-то еще скрывают? Да, они наши друзья, и это как минимум нечестно. А может у них есть такое, то что им стыдно признаться? Блин, я запуталась. Если бы у нас была бы возможность за ними проследить, мы бы вывели их на чистую воду. Вообще расплюнуть, я могу взломать их телефон и подключиться к их GPS. Я в тебе не сомневалась. Ребята, мы сегодня должны были снять один ролик, но получится совершенно другой. Сегодня мы будем 24 часа следить за нашими друзьями. Мы узнаем все их тайные секреты и выведем на чистую воду. Все, что они хотели от нас скрыть, мы сейчас все и узнаем. И покажем это вам. Получилось! Получилось! Что получилось? Что получилось? Мы подключились к телефону Злата. Это вот это ее телефон? Да. Сейчас подключаемся к телефону Артура и все будет ок. О, GPS показывает, что они не рядом, они разъехались в разные стороны. Женя, где он? Ну, по координатам где-то здесь. Да, Артурчик, не спрячешься ты от нас. Мы все равно его найдем и выведаем всю правду. Вон он. Да. Он странно себя ведет, с кем-то разговаривает, суетится. Он что-то замышляет. Замышляет, ну вот что, давайте продолжим слежку, мы все поймем, я уверена. Где он? Где же он? Он был рядом с колесом. Да. Женя, Женя, точно, посмотри, посмотри. Блин, здесь какие-то помехи. А давайте заберемся на колесо, на самый верх и посмотрим, где он. Точно, это давайте. Так же легко. Ребята, если честно, я боюсь. Я сам предложил, но я уже боюсь туда подниматься. Да ладно, не будь ты пуськой. Зато мы его найдем. Выведем на чистую воду. Ага. Ребята, если честно, очень переживаю. Что-то. Блин, Богдан, ты здесь самый здоровый и самый трусливый. Я трусливый? Нет, я трусливый. Я трусливый? Сейчас увидишь, сейчас возьму и раскачай кабинку. Нет, Бодя, не надо! Не надо, Бодя, пожалуйста. Все, хватит играть, давайте смотреть лучше, где Артур. Точно. Давайте, смотрите, где он там? Ребят, мне кажется, или вон он. Да, вон, точно. Да. Ура, мы нашли его, он от нас не спрячется. Точно. Теперь мы точно будем знать, чем он там промышляет. Он себя странно ведет, походу у него какие-то проблемы. Мы на самом верху. Пока мы здесь катаемся, главное, чтобы он не убежал. Да, мы следим за Артуром. А давай ты посмотришь, где находится Злата. Точно. Посмотри по GPS. Что там? Знаете, что самое интересное? Она находится здесь недалеко, за пару кварталов. Реально, смотри, Богдан. Вот буквально расстояние. Получается, они разъехались. А сейчас где-то они здесь должны встретиться? Они точно что-то задумали. Ты побежал за ним. Давай. Пока он не ушел.
Хотелось бы услышать, о чем он там говорит. Да, было бы круто. Не переживайте, я сейчас все организую. Как ты это сделаешь? Нужна маскировка. Ребята, сегодня мы целый день следим за Златой и Артуром. Мы пытаемся понять их секретную жизнь. Но знаете что? Я знаю вашу секретную жизнь. Я прекрасно знаю, кто подписан, а кто нет. И вот ты, я вижу, что ты не подписана. И не подписан. Вот я прям вижу твои глаза, как ты смотришь без подписки. Быстро меняй ситуацию. Ты что, нельзя смотреть канал без подписки? Поэтому переходи вниз, нажимай кнопочку и подписывайся. И будь примерным зрителем. Ну где же он, пока Артур не убежал? Надеюсь, он успеет. Вот наша маскировка. Кто это? Это парики. Тебе и мне. И что ты предлагаешь вообще? Мы притворимся иностранцем и незаметно подложим передатчик. Хорошо, ну давай попробуем. Надеюсь, он вас не узнает. Угу. Надень мою куртку, а то он тебя может узнать. Точно, спасибо. Какой мы будем страны? Давай из Италии. Передатчик взял с собой? Конечно, вот смотри. Главное, незаметно ему положить этот передатчик в карман. Точно. Чтобы он нас не спалил. Угу. Сейчас мы к нему подходим и начинаем ссориться. Понял? Главное, не поворачиваться к нему лицом. Хорошо. Эскетамара, Пулоцера, Теме, Экалапетта, Ребанца, Аскамаракана, Скусепутамара, Эскетамара. Что вы тут забыли? Ой, сорис, Олебаротору, сори. Странные какие-то иностранцы. Не ходите за мной. Я надеюсь, ты меня услышала. Да достали уже. Странные какие-то итальянцы, а этот толстенький вообще на Богдана похож. Ладно, есть дела поважнее. Ну что, как там, получилось приложить? Да, чуть не спалились, но все получилось. Значит, мы можем слышать все, что он говорит. Да. Ну что там, что он говорит? Тихо, слушай. Злата, я тебе говорю, если люди узнают о нас, они этого не переживут. А я не хочу, чтобы об этом знали. Это наше личное, окей? Что он говорит? Ребята, я даже не знаю, как вам это сказать. Так, говори, не томи. Артур сказал, что что-то связано со Златой. И он не хочет, чтобы об этом узнали все. Что? Неужели они действительно встречаются? Так, стоп. Давайте не будем делать выводы. Это еще не доказано. А теперь давайте проследим за Златой. Так мы точно узнаем правду. Так, Злата где-то рядом. Давай, быстрее, мы ее найдем. Давай. Вон она, смотрите. Реально. Что? Злата пошла в тату-салон? Она что, решила себе татуировку сделать? Вот это поворот. А ее мама знает? Ребятки, а как вы считаете, татуировка это хорошо или плохо? Потому что я лично в шоке, что Злата пошла делать татуировку. Конечно, хорошо, что мы за ней проследили, но мне обидно, что нам она ничего не сказала. Татуировка это очень ответственный шаг. Могла бы и посоветоваться с нами. Я хочу все им рассказать. Не задалбывай меня, господи. Ты что, не понимаешь? Ну ты, блин, мастер маскировки, чё ты вот это прикрылся, стоишь? Хотя бы развернулся, я не знаю, там. Капюшон посильнее бы надел, чтобы не видно тебя было. Сейчас бы спалились, знаешь, что было бы? Чем было, тем прикрылся. Мне что, тобой надо было прикрываться? Ну, конечно, взял бы так, спрятался за подмышку, не видно было бы. Хватит болтать, давайте следить за ней дальше. Это что такое? Что, магазин детской одежды. А зачем ей детская одежда? А я прям знаю все. Ну, у меня есть одно подозрение, но я не хочу в это верить. Оно такое маленькое. Не на тебя же. А я думала, прям как раз, как на него шили. Разве что на голову. Тише, идемте сюда. Я не хочу в это верить. Я тоже. Если бы я знала, о чем вы говорите, я бы тоже не поверила. Николь, ты думаешь о том, о чем я? Да. Походу, Злата беременна и выбирает малышу коляску. Это получается папа Артур? Да. Ребят, она идет. Валим. Я не могу поверить, что Злата, моя подруга, беременна. Ага, и батя Артур.
И почему она нам ничего не сказала? Она, наверное, переживает и боится. Боится, что мы ее не примем. А мы примем ее и ребеночка. Да, нам нужно это сделать. И доказать, что мы настоящие друзья. Ну, если честно, я просто не ожидал, что мы узнаем за этот день столько нового. Да, проследили, так проследили. Ребят, поставьте лайк, если для вас это тоже шок. Ну что, вы ее видите? Да, да, вон она. Судя по координатам, Артур где-то здесь. Ничего себе. Значит, они все-таки решили встретить. А это значит, что у них по-любому от нас какие-то секретики. И мы по-любому знаем, что же они задумали и что они от нас скрывают. Все, тихо, сидим в засаде и смотрим, что будет дальше. Точно, давайте. Что? Вы видели? Они обнимаются. Да я сам в шоке. И кружил он ее не как друга. Они что, встречаются? Если Артур встречается со Златой, это капец какой-то. Ну уж вот это они точно должны были нам рассказать. Друзья так не поступают. Так что, получается, они вместе целуются? Фу, не дай бог. Я думаю, сейчас самое время достать наушники и послушать, о чем они говорят. Точно. Только если там что-то противное, даже не знаю, хочу ли я это слышать. Я так по тебе скучал, Злата. Я тоже по тебе скучала. Ты такой красивый. Злата, ты тоже такая красивая. Слушай, а они точно ни о чем не догадаются? Надеюсь, что нет. Боже, я уже не могу от них ничего скрывать. Это так тяжело. Ну что они говорят? Артур сказал, что Злата красивая. То что они скучали. Что? Они точно встречаются? Артур и Злата, боже, какой же фур! Да успокойся ты, это естественно. А может они даже еще и целуются. Фу! Я как представлю, меня... Ребят, смотрите, они куда-то уходят. Погнали дальше следить. Самое интересное нас ждет впереди. Они за руки взялись. Меня же зашли. О, а чё это? Точнее, кто? Это Артур, а это Злата. Нет, фу! Вон они на лавочке сидят, воркуют. Сразу включай и слушай, о чем они говорят. Точно. Я так сильно люблю. Любовь — это замечательное, согревающее чувство тоже. Злата, спасибо тебе, что ты сейчас рядом. Взаимно, Арт, здесь так холодно. Иди сюда. Спасибо, что греешь мои руки. Ты знаешь, я так скучал. Стоп, что это такое? Ты тоже это видел? Да. А ну-ка, подожди. А чё это вы тут делаете? А чё это вы от нас скрываете? Как вы смеете держать всё тайне? Почему вы нам ничего не рассказали? Вы же наши друзья! Фу, вы целуетесь! А как вы смеете за нами шпионить? Да, вы что, целый день за нами следили? Конечно следили! Вы всё утро вели себя странно, не захотели сниматься и ушли вдвоём. Ага. На то были причины! И вообще, это наше личное. Видели мы ваше личное, голубки! Я вообще не могла подумать, что вы встречаетесь! Что? С ней? Ой, да ладно вам. Я видел, как вы за ручки брались и о любви ворковали. Женя все слышал. Ага. Ну, за руки он меня взял, потому что мне холодно было. А о любви мы говорили, потому что... Не смей говорить. Артур, рассказывай. Рассказывай. Артур, прости. У Артура есть сестра-близнец. Что? Так, слишком много информации. Я уже не рад, что мы за вами следили. А почему вы коляску выбирали? Ты правда беременна? Да нет, вообще-то все по-другому. Беременна его сестра-близнец. А я просто помогала с коляской, потому что у меня хороший вкус. Злата, ты предала меня. А я думал, у вас будет ребенок. Да нет, я просто бургер съела. Тебе ли не знать? Не, я просто реально беременный. Так, с вашими отношениями мы разобрались. Так что там за сестра? Нас разлучили еще в детстве. И мы долго не знали, где она. Но потом, когда мы нашли ее, мы были в шоке. Вот ее фото. И в общем, мы со Златой хотели сделать подарок ее будущему ребенку. Ой, поздравляю. Так что, вы со Златой все-таки не встречаетесь? Ну, посмотрим. 3, 2, 1, 0. Ты на канале Мисс Николь. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. И не забудь поставить лайк. А мы побежали. Пока!